А перед началом данного ролика советую сразу подписаться на наш канал, нажать на колокольчик, дабы не пропустить следующий выпуск, давить жирный палец вверх под видео, а также написать в комментариях, о какой стране вы хотели бы увидеть следующий выпуск. Сербия – славянское государство, одно из самых маленьких государств, расположенных на Балканах. Образовавшееся после распада Югославии, Сербия имеет много общего с такими соседними странами, как Хорватия и Черногория. Благополучной в плане уровня жизни эту страну не назовешь, но ситуация постепенно выправляется, что, конечно, не может не радовать. Итак, друзья, представляю вашему вниманию 20 интересных фактов о Сербии. Столица Сербии, Белград, за свою историю, которая началась в 9 веке, была завоевана 40 различными армиями и 38 раз отстраивалась заново. Сербия – это страна, которая имеет два флага. Один из них без герба считается народным, а другой, на котором размещен герб государства, официальным. Кстати, сербский триколор очень напоминает российский. Сербия – родина знаменитого римского императора Константина Великого, который правил империей почти 30 лет. Это он сделал Рим христианским и перенес столицу в Византию. В 18-19 веках русский был церковно-сербским языком. Первый спутниковый сигнал из Европы в Северную Америку был послан в 1963 году именно из Сербии. Служба в сербской армии является добровольной. Это стало возможным благодаря реформированию вооруженных сил в 2011 году. Страна является крупнейшим экспортером малины в мире. Именно на Сербию приходится более 30% мирового экспорта этого продукта. А знаете ли вы, что более 95% малины экстра-класса сербского производства? Сельский туризм Сербии – один из самых развитых в Европе. Он является собой отдых на природе, здоровую пищу и участие в активных видах спорта. Сербия – страна спорта, здесь все от детей до школьников до глубоких старцев болеют за какую-либо спортивную команду. Особенно почитаем в Сербии футбол, а за любимую команду болеют все без исключения – дети, взрослые, старики, женщины и мужчины. Канал спортивных новостей – один из самых главных, а важные события в спорте обсуждаются на улицах городов и поселков, даже на детских площадках. Футбол, баскетбол и волейбол являются наиболее популярными видами спорта в Сербии, а сборные по баскетболу и волейболу – одни из самых сильных и перспективных в мире. Сербия – страна кофемана, ведь кофе здесь пьют все, даже дети и старики. Пьют много, часто, без чашки кофе не обходится ни один семейный вечер. Кофейная церемония в Сербии – часть национальной культуры, а сами сербы пьют молотый кофе, заваренный в турке по домашнему рецепту, который у каждой семьи свой. В Сербии также очень много курят. Это тоже часть национальной традиции, которая, видимо, пришла в эту страну с востока, когда Сербия была частью Османской империи. Сербские ругательства очень похожи на русские, их широко используют не только все слои населения, но и ведущие государственных каналов. Серебряное озеро, которое часто называют Сербским морем, является самым большим в Сербии. Оно также является одним из самых чистых и красивых озер в Европе. Улица Князя Михаила в Белграде – одна из красивейших пешеходных улиц Европы. На юге Сербии находится уникальная природная достопримечательность – город Дьявола, с которым связана масса мрачных народных сказаний. Город состоит более чем из 200 каменных столбов высотой до 15 метров, на вершинах которых стоят 100-килограммовые блоки. Кроме того, в этой местности есть два минеральных источника – вода Дьявола и колодец Дьявола. В Сербии не принято снимать обувь, когда вы приходите в гости, даже если на улице зима. Любые парады сексуальных меньшинств в Сербии подвергаются жестоким избиениям. Однако сербские геи не отказывают себе в удовольствии вести себя вызывающе. В Сербии необычно сильная любовь местного населения к русским. Причем столь искренняя привязанность объясняется сербами очень просто. Мы любим русских, потому что они русские. Для приезда в Сербию россиянам нужен только загранпаспорт. Друзья, в прошлом выпуске про Узбекистан, как некоторые догадались, на фото был изображен собор Святейшего Сердца Иисуса. А что же за достопримечательность Сербии изображена здесь? Люди, ответившие правильно, попадут в следующий ролик про страны. А сейчас же не забываем ставить лайк и подписываться на канал. Ну и конечно же, всем удачи и всем пока!